Moldova's breakaway region of Transnistria has appealed to Moscow for protection as tensions escalate with the country's pro-Western government. In a rare meeting in the regional capital, Tiraspol, members of the Transnistrian Congress asked Russia to implement defence measures amid increasing pressure from Moldova, which levelled new customs duties on Transnistria in January. Tensions also mounted ahead of the meeting when an opposition legislator said that the request could be used to announce a bid by Transnistria to join Russia. A spokesperson for Moldova's government dismissed those claims and labelled the meeting a propaganda event. A Russian foreign ministry spokesperson also commented on the speculations. Кишиневе уже несколько дней спекулируют и гадают относительно того, какие решения может принять данный форум. Ну, видимо, эта же паника обуяла и НАТО. Что касается так называемой поддержки, а по сути милитаризации Североатлантическим альянсом Молдавии в брюки ее нейтрального статуса, то здесь, в общем, тоже ничего нового нет. НАТО упрямо пытается лепить из республики, ну вот, буквально вторую Украину. In Kyiv, some claim that Russia has its own plan for Moldova. В этой ситуации Путину однозначно нужно что-то сделать, чтобы, так сказать, вообще изменить расклад сил в мировом плане. Один из вариантов расклада сил изменения – это создание многих горячих точек и многих точек хаоса. А Путин постоянно пробует НАТО на слабость. То есть можно вспомнить и то, что и падение шахедов на территории Румынии, собственно, и ракеты, которые залетали в Польшу или подлетали к польской границе и потом возвращались назад, и постоянная вот эта игра мускулами на границе со странами Балтии. То есть тут это абсолютно то, что его устраивает.